Друзья, вы находитесь на информационно-опознавательном канале «Зарабатываем вместе». И специально для тех, кто хочет узнать, где и как можно подзаработать немного денег, я сделаю небольшой видеообзор данного проекта. Ссылку для регистрации вы найдете ниже под видео, а также ссылку на мой телеграм-канал и чат, где о всех проектах вы будете узнавать немного раньше. Не забывайте подписываться на мои каналы и поставить лайк. Ну а от меня максимально честный обзор. Друзья, мы находимся в моем кабинете, и вы видите, у меня совсем другие цифры. Они отличаются от тех, что в первом видео. Да, это мое второе видео, и сейчас кратко пробежимся по проекту. Также хотелось бы напомнить, что по проекту выделенная страховочка в $150, она существует, она есть. И по меру продвижения проекта, по меру поступления от нас, партнеров, возможно, она будет увеличиваться. Так что, как-никак, работать в проекте стало немного безопаснее. Друзья, хочу вам сказать, что перед этим я только что записывал видео и произошел технический сбой. И все мое предыдущее видео ушло, скажем так, в корзину. Но остались цифры, и я сейчас по них пробегусь. Но прежде всего хотелось бы сказать, что проект SPATEX удачно работает уже 26 дней. Он отработал довольно-таки неплохо у меня свой первый депозит. Очень радуют цифры Алекса ранг, это важно. Все остальное пока осталось без изменения. Минимальный вход 25, планы от 1%, мы их имеем 10 планов, включая нулевой, то есть 11, но по факту я считаю рабочими 2 первых плана и 1 after план. Подробное описание есть у меня на телеграм-канале, там полностью все расписано. Ну, хотя и видео самостоятельно вы тоже все это сможете изучить. Напоминаю, что инвестирование доступно Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin. Есть Green Bar, то есть все ваши данные защищены. В первом видео я это пропустил. То есть вот у нас пошел обзор, уже есть на первом иностранном блоге. То есть я рассказывал в первом видео, сейчас говорю, не секрет, что компания в основном ведет свою деятельность на зарубежных площадках. В пространстве СНГ она только по чуть-чуть набирает оборот. Ну и как мы видим, есть уже пару мониторов. Последний монитор добавился 22 марта, это Hyper. То есть, соответственно, понятно, минимальные какие-то затраты на рекламу проект должен выделять. Хотя вот сейчас вы видите на экране, видите, да, какой прекрасный лозунг имеет этот проект. Он мне очень понравился. Значит, друзья, смотрите, у меня были цифры вот такие. Деньги, депозит. Вот. Я только что, буквально 5-10 минут назад, сделал, видите, 29.03, сделал реинвест с нулевого плана под 1% на 15 рабочих дней, напомню, 15 рабочих дней, на выходе по которых я буду иметь чистую прибыль в $3.75. Депозит у меня закончится 19 апреля. То есть на данный момент у меменя два депозита, $100 по первому плану и $25 по нулевому плану. Первое я получаю 1%, со второе я получаю 1,5%. Ну и видите, на выходе здесь 375, здесь $36. Открывается депозит очень просто. Мы сейчас находим в разделе депозит. Здесь пропишите сумму, которую вам надо. Перед этим выберите платежную систему, с которой будете пополнять, и откройте депозит. А дальше вас уже перебросят на вашу платежную систему. Но перед этим вам нужно будет пополнить сначала счет, а потом открыть депозит. Ну и здесь будут все ваши финансовые истории. Давайте я сюда перейду. Вот есть все финансовые истории полностью по выводам и начислениям. Видите, да, 0,25 это у меня идет по первому депозиту до $100 и $1,5 это у меня идет по депозиту $100. Для того, чтобы вывести свои средства, нам будет перейти в раздел Windows, выбрать систему, с которой вы будете выводить, соответственно, с которой заводили, или может быть даже на любую другую, я этого не экспериментировал, можете попробовать. Выбираете, допустим, в моем случае Perfect Money, здесь указываете сумму, которая будет приписана на балансе, здесь вы вводите свой пин, который у вас придет на электронную почту при регистрации в проекте, ну а здесь указываете свой электронный кошелек. Далее нажмете подтверждение, и ваши средства попадут в ожидание,
и будете ждать их вывода на кошелек. Я же эту операцию уже сделал, и у меня средства уже есть на балансе. Сейчас мы это посмотрим. Вот, я запрашивал у администрации $75 у меня оставалось на вывод после того, как я $25 реинвестировал. И вот 29.03 у меня произошла выплата. Подробнее мы можем посмотреть ее здесь. Вот, друзья, мы перешли в мой кошелек Perfect Money. И вот, в принципе, выплату вы видите плюс $75 от проекта Spider FX на мой кошелечек. То есть проект платит, все выплаты приходят довольно-таки быстренько. Я скажу, что есть в течение 5 минут, 10 минут, есть надо ждать час-два. Ну, это уже как повезет. Далее, что хотелось бы сказать, друзья. Есть у проекта свой телеграм-чат, в котором, в принципе, вы можете видеть все их операции по торгам на бирже. Есть удачные, есть неудачные, но тем не менее, они это все демонстрируют, мы можем наблюдать. Ну и, в принципе, это еще можно сделать вот здесь тоже. Идут полностью все их операции, вернее, действия по операции. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Хотелось бы сказать, что очень отличный, в принципе, эффект, очень отличный проект. Да, вот смотрите, я вам еще показываю, вот видите, на другого ресурса снято. Здесь есть график на сегодняшний день, ну и вообще до этого есть график пополнения депозитов, то есть, как вы видите, на сегодняшний день и перед этим днем, то есть депозиты немного закинули, немного меньше перестало, теперь опять, но по сравнению с прошлыми днями, то есть проект набирает оборотов, проект встает узнаваемым, я думаю, что проект будет работать. Дело, конечно, ваше никто вас не заставляет никуда влаживать деньги, но я думаю, что здесь мы еще немного поработаем. Все, друзья, не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!